Всем привет! Сегодня я пройду дневной уход с секретной концовкой. Поехали! Фух, вот мы и доехали в детский сад, где мы проведем свое время. Привет! Меня зовут Лили. Я буду присматривать за вами 2 дня. Ну же, заходите. А вот и детский сад. Добро пожаловать внутрь. О, какая прикольная горка. Сколько тут игрушек разных. Вы, ребята, наверное, голодны. Давайте немножко поедим. А что это за дверки? Что у них есть? О, будильник! Это, наверное, пришла еда. Я пойду отвечу. Идите, дети, наслаждайтесь. Вы должны сейчас лечь спать. Нет, я хочу играть. Ну хорошо, мы будем бодрствовать. Ох, я пойду и починю свет. О, что же я вижу в окно? Монстр, бежи!
такое? Это монстр, он ползет к нам! Бежим! Все нормально, я вернулась обратно. Эй, нас атаковал монстр! Что? Монстр? Ха-ха, не говорите глупости. Давайте, выбросите всю ерунду из головы и ложитесь спать. Отправляйтесь в спальню и ложитесь спать. Кто-нибудь видел это? Это был монстр! Я видел его тоже. Доброе утро, дети! Спускайтесь на завтрак. Сегодня у нас блины. Вау, я люблю блины. Вы знаете, какое сейчас время? Время игры! Да, веселитесь!
Ехегедер, ты назначайся главным. Хорошо. Что происходит? Это должно быть монстр, которого мы видели раньше. А-а-а! Что он собирается сделать? Огонь! Мы должны быстрее потушить огонь. Берите огнетушители. Мы должны сбежать с этого дома. Нам нельзя здесь оставаться. Мы должны найти выход. Ага, я тут где-то видел вентиляцию. Может, если мы ее найдем, мы сможем выйти отсюда. Я нашел вентиляцию. Мы должны найти инструмент, чтобы сломать ее. Ура, я нашел молоток. Теперь мы можем выбраться отсюда. Вперед! Мы смогли! Подождите, мы вернулись обратно? Это была пустая трата времени. Или может вернуться в любой момент. Пошлите на кухню. Уехали, как вы себя вели? Хорошо, только на нас напал монстр. Нет никакого монстра, ты просто выдумал это. Я пойду спать. Хорошо, она никогда нам не поверит. А монстр съест нас всех. Мы должны сбежать отсюда. Мы должны уйти, чтобы она не знала. А задняя дверь еще открыта? Thank you.
она закрыта! Подождите, я могу разбить дверь своим молотком. Ну что ж, нам придется остаться в этом лесу. Нам нужно найти еду. Должно быть что-то поесть в этом лесу. Я нашел несколько яблок, чтобы поесть. Похоже, яблоки были отравлены. Хорошо, что их никто не съел. Я думаю, нам нужен свет и огонь. А давайте построим шалаш. Хорошо, мы построим шалаш. Ой-ой, начался шторм. Я бы сейчас хотел иметь зонтик. Посмотрите, шторм закончился. Ребята, я... Это монстр! Я спасу тебя! Монстр телепортировался.
есть молоток. Он поможет нам открыть дверь. Что это такое? Нам нужно вытащить его. А что если мы нажмем на кнопочку? Хорошо, я нажму на нее. Наделали! Что происходит с полом? Куда это мы попали? Мы в какой-то пещере. Нам нужно выбраться отсюда. Мне бы сейчас бы пригодился фонарик. Фух, я выжил. Как мне перебраться через реку? Мы снова встретились. Монстр! Что ты делаешь на моей базе? Ты хочешь встретиться со своими друзьями? Да. Тогда идем ко мне.
Я убью тебя! Я сделал это! Ты мертв! Юху! Вот я и прошел дневной уход. На этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.